Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, как можно приклеить декоративную плитку для потолка с помощью клея V690 прозрачный шов. Для этого нам понадобится шприц для герметика, канцелярский нож, очиститель монтажной пены Зиггер, защитные перчатки и, конечно, клей V690 прозрачный шов. Перед началом работ с любыми химическими веществами не забывайте надевать защитные перчатки. Теперь подготовим клей к работе. Срезаем верхнюю часть выше резьбы на картридже канцелярским ножом. Накручиваем колпачок. И заряжаем картридж в шприц для герметика. Все, клей V690 прозрачный шов готов к работе. Теперь подготовим поверхность к нанесению клея. Салфеткой, смоченной очистителем монтажной пены Зиггер, протрем потолок, обезжирив тем самым поверхность и очистив ее от пыли. То же самое сделаем и с поверхностью декоративной плитки. Наносим клей на обратную сторону плитки полосками или точечно. И прижимаем плитку к потолку. Затем разъединяем поверхности на несколько минут, чтобы потом снова их соединить. Теперь уже навсегда. Если у вас остался клей после проделанных работ, колпачок нужно оставить на картридже. Теперь вы знаете, как приклеить декоративную плитку к потолку с помощью клея V690 прозрачный шов.